Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Вы на канале The Blade Show. С вами Блейд, а мы продолжаем очередное прохождение игры Dying Light 2. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Отлично, отлично. Давайте, давайте. Уже не терпится. Задача обновлена. Насколько я помню, нам нужно поговорить с Хактоном. Но для начала мы облутаем, что здесь имеется. Поев грибочки. Это же неспроста. Ромашки, ромашки, мед и ромашки, вокруг одни какашки. И лаванда. Ну вот мы и в открытом мире. Если до этого мы проходили туннельное прохождение, то сейчас мы вышли в открытый мир. Вижу сундучок еще, который мы не залутали. И ромашки. Фотка старого мира. Такая сохранилась еще. Ну все, больше тут нет ничего. Пойдем поговорим с Хакуном. Что он нам новенькое скажет. Держи, тебе пригодится. Осмотри город. Старый Велидор. Здесь много интересных мест. Бинокль. Новый инструмент ночного бегуна. Бинокль позволяет вам обнаружить новые места. Нажмите B, чтобы им воспользоваться. Внимательно следите за рамкой в центре экрана. Чем ближе место, которое можно обнаружить, тем она меньше. Места, обнаруженные с помощью бинокля, отмечаются на вашей карте. Это просто отлично. Бинокль. Вот, есть. Видишь церковь? Это там за нами гнались крикуны. Самый центр района. Петряк Ольха. Петряк мастера в старом Велидоре. Все, больше ничего. Базар. Ага. Получите доступ к торговцу и мастеру. В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Разве может быть хуже? Я свяжусь с тобой, когда все улажу. Окей. Обычно после этих слов и становится хуже. Теперь вам доступен открытый мир. Нажмите V, чтобы открыть карту. Отлично. Теперь у нас есть карта. Мы здесь. Нам нужен базар. Понятно. Все. Добро пожаловать в Велидор. Теперь вам доступен весь Велидор. Ваша первая цель — добраться до штаба выживших, базара. Там вы можете найти торговца, место для отдыха и свой тайник. Используйте бинокль и исследуйте карту, чтобы обнаружить интересные места. Например, ветряки, которые дают доступ к безопасным зонам. В городе полно мест, и они ждут, пока вы их откроете. Исследуя мир, не забывайте о компасе. На нем отображаются события. Они дают вам возможность помочь некоторым жителям Велидора в обмен на очки опыта и различные награды. Окей, это мы поняли. Маркеры чумы. Задание завершено. Сикач нам дали. Набор ингибиторов дали. Кто-то где-то в ловушке кричит. Пока мы... Он 67 метров. Ему нужно помочь, да? Лекарство. У нас пока одно лекарство. Надо, наверное, еще создать. И оружие. Ну, по оружию пока так все и оставим. Ремесло. Создадим лекарство. Ромашек мы насобирали.
пока хватит. Вот, я вот так хочу. Где-то я видел здесь мост, по которому можно было прыгать. Опа-на. Отлично, приземлились. Кто кому просил помочь? Моя бабушка, дай-ка взять на вечере. Помогите мне! Сейчас, сейчас поможем. Пожалуйста! Подойди! Так. Все, расходимся. Пожалуйста, открой эту штуку! Сегодня продуктов по талонам не будет. Второй уровень. Так, я хорошо, как тут помочь? Подойди и вытащи меня! Тут не на что смотреть. Пожалуйста, открой эту штуку! Тебе добавить тоже? Иди отсюда. Я здесь! Помогите мне! Я сейчас помогаю! И вытащи меня! Есть! Освободили! Я тебе думал, скучно. Что уже умер. Спасибо, что спас меня. Усилитель иммунитета нам дали за спасение. А ты давай, иди отсюда, стоишь своим топором. Бестолковый, бесполезный. Полезли на крышу, если нам сил хватит добраться. Если не хватит, мы упадем. Мы не упали. Что есть, то есть, ладно. Опа-на. Теперь не уйдем. О, понеслась. О, как ты далеко достаешь-то, а? Где-то со спины еще меня коцают. Тут засранцы, а? Бежать и не вставать. Кто там следующий? Подходите. Хильнуться, хильнуться, дайте хильнуться! Я больше. Может, это переваришь? Походу, хильнуться мы не успеем. Ой, сучок. Давай, 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 подходи. Выносливость заканчивается. Ничего сделать не успеваем. Ты ответишь за свои слова, засранец. Бежать. Нравится, нравится. Тебе, походу, тоже нравится. Забирайся назад, поговорим дальше. Чем? Давай, 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 подходи. Все? Разговорчивый. Еще кто-то есть? Или вы закончились? Ну вот, это была первая встреча с бандитами в этом городе. Девушек мы с них пособирали. Чего? Кто-то еще остался? А где ты? Думаю, это не ты разговаривал. Если бандиты тут ошивались, значит, тут что-то есть. Точно.
Металлолом, ресурсики. Все собираем. Где-то один говнюк еще разговаривает, не понимаю где. Наверху, что ли? Все лутаем, все ящики, все сумочки, ничего не оставляем. Свое нельзя никому оставлять. Так, базар у нас где-то там. Классно. Открытый мир. Крыш полно. Прыгай где хочешь. Привет, чувак. Перегрим. Как там новый Париж? Держится? У меня там кузен. Ты откуда узнал, что я пилигрим? Там не написано, что ли? Ты тут недавно, да? Привыкнешь. Тут столько тайн. Со многими из них лучше не связываться. Иногда выхожу на улицу, просто посмотреть на вывески времен до падения. Не знаю. Да отстаньте от меня, а? У меня дела свои. Пристал с разговорами. Что мы имеем? Военные грузовики. И улицу, наполненную зомби. Так. Так. Ребенок плачет. Кто-то хочет помощи. Ты чё тут? Обижаешь слабых? Бандит пойман. Событие пройдено. А мы не успели. Он убил жертву свою. Жалко. Вы нашли новый коллекционный предмет. Нажмите U, чтобы его посмотреть. Мы не хотим пока смотреть коллекционные предметы. Нам интересен открытый мир. Что тут происходит? Что гудит так? Люди спокойно гуляют. Я заставил тебя побегать, дружище. Ну, улов хороший. Ну да. По-другому не скажешь. Ты в мусорке копаешься. Там мое. Тут тоже не трогать. Все мое. Видели рыжего с ракетой? Говнюк украл мою последнюю бутылку воды. Так, нас направляют сюда, на базар. Хорошо. Здравствуйте. Нас никто не встречает. Дверь закроем. Привет. Знавал одну пару. Жили на юго-востоке Подковы. Кажется, на Марк-стрит 188. В общем, у них не квартира, а храм любви. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, диалоги ненужные. Каждый со своей историей. У нас есть свои приоритетные задачи. Вот вы будете нам уши заговаривать. Вот мы и на базаре. У Велидора. Добрались. Здравствуйте. Красиво. Эй, смотри, куда прешь. Что за день? Ну, засранец. Ни за что не получится. Так, так, разблокирована безопасная зона, базар. У нас задание познакомиться с жителями базара. Ну, давай начнем с этого балбеса. В чем дело? Эй, Пилигрим, это тебя хотели повесить? Друг, тебе дико повезло. Мне б твою удачу.
Я ученик Альберто. Но, верно, ненадолго. Я уже третий раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Ну, если у тебя руки из жопы, кто тебе виноват? Кто что такой? Еще за мастер? Точно. Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер. И, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Какое у тебя задание? Что за задание? Это какая нам разница? Я хочу спроектировать что-то полезное. Я уже придумал очки для подводного чтения и выдвижной поводок для собак. Постоянно клюет. К тому же, здесь нет собак. Все мои идеи никудышны. Это мой последний шанс показать, чего я стою. Потому я провел последние недели, бродя по базару и размышляя. И тут меня вдруг озарило. Козы. Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Слушай, чувак, придумай лучше выдвижной поводок для крыс. Крысы-то, думаю, у вас есть на базаре, а? Так в чем же дело? Так, в чем же тогда дело с твоим изобретением? Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь, не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. А оно не связано с козами? Не. С коровами. Что поинтереснее. Вот увидишь. Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Насколько я знаю, они есть в двух местах. Одно из них — магазин хостоваров Fitz William Place у водонапорной башни. Альберто говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. По окрестностям бродят бандиты. Они могли все растащить. Тогда тебе придется искать другие места. Или выйти ночью в магазин. В смысле придется? Почему это ты меня обязываешь? Деловой такой, блин. Сам ничего не может. Руки не из того места растут, еще ему принеси. Ладно, у меня есть нужные детали. Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Не шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали. А мне не знаю, кто тебя послал. Не знаю, как благодарить тебя. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее. А я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток. Рядом со стеной. Хорошо. Новое побочное задание. Искра открытия. Ладно, пока отслеживать не будем. У нас приоритет познакомиться с жителями базара. Вот зелененькая горит. Я тебя видела. Да. Вы меня чуть не повесили. Ну и что? Ты ведь жив, правда? Вот сучка. Прости? Слушай, у нас не было выбора. Если бы ты превратился, как мы ожидали, ты бы всех убил. Вы как-нибудь справились бы. Целая толпа против одного зараженного. Все было в вашу пользу. Ха. Я вижу, ты достал маркер. Со временем ты поймешь нас лучше. Правила строгие, но так мы выживаем. Конечно. Хреново вы выживаете. Как толпа овец с пастухом. Привет, так, привет. Следующий. Эй, висельник, шея не болит? Ха-ха. Очень смешно. Я тебе кое-что скажу. На твоем месте
Я бы хотел, чтобы меня прикончили. Или лучше иметь на своей совести бессмысленные смерти? Я бы предпочел, чтобы не вешали невинных. Но ведь все закончилось хорошо, Пилигрим. Ты никого не убил, и ты на воле. Двойная победа. И ты же не на моем месте. Вот стой на своем, продавай алкоголь бухариком. Кто такой Барни? Здесь все знают Барни. Я не знаю. Расскажи. Лучше вообще забудь о Барни. Он не любит любознательных. Узнает, что ты его разыскиваешь, сильно разозлится. Зачем тебе неприятности? Теперь я точно хочу узнать больше. Хорошо. Он младший брат Софи. Поговаривают, что он безумен. Но на нем держится весь базар. Барни боятся даже миротворцы. Свяжешься с ним, тебе пиздец. Какой он страшный, этот Барни. Прям захотелось с ним познакомиться. Пилигрим, как там Новый Париж? Так, и кто? Не признал меня? У тебя аллергия на деньги? Короче, слушай. Мы знакомы? Мы можем подзаработать, ты и я. Нужно только принести мне свеклу, редис, пастернак. Вот он. Хватай его, Эд. Он убийца. Что? Джулиан, Люк отравился водой, которую ты продал. Что? Но... Я не продаю воду! Лжец! Люк сказал, что взял ее у тебя. От того, что в этой воде он сейчас бредит. Значит, он обвинил меня, когда был в бреду? Угу. Да, подозрительный тип, он меня за редиской посылал. Это ничего не доказывает, но он только что пытался втянуть меня в какую-то сомнительную аферу. Я знаю все, что нужно. Тебе конец, Джулиан. Какие у тебя доказательства? Постой минуту. Есть улики? Конечно. Вода была в бутылке. Люк принес эту воду в одной из твоих бутылок. Когда я расскажу об этом Карлу, тебя повесят! Вевин, постой! Клянусь, я даже не торгую водой! Если лжешь, Джулиан, ты покойник! Понял? Джулиан. Послушай, если ты не торгуешь водой, то откуда у него одна из твоих бутылок? Зная Люка, этот дебил наверняка ее где-то украл. Это в его духе. Даже если так, моя вода чиста, как горная роса. Может, это месть? А может, это месть? За что? Меня все любят, я в жизни мухи не обидел. Секунду, подожди-ка. Черт, это мог быть Марка. Вот сволочь. Если задуматься, он давно точит на меня зуб. Это было давно, забей. Слушай, он живет на крыше бывшего ямайского ресторана. К западу от Велидора на Хаунфилд-Лейн. Я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки. Докажешь, что он воду отравил, половина муки твоя. Подсобишь мне? Это можно проверить. Вот еще что. Неловко просить, но... У Ганса тоже может быть бутылка такой воды. Я думал, ты ее не продаешь. Так и есть, но... Ганс исключение. Можешь его предупредить? Он тоже живет на Хаунфилд-Лейн, только чуть дальше. Как-то все это очень подозрительно. Надеюсь, ты говоришь правду, иначе мне будет трудно тебе помочь. Новое побочное задание. Поднимем бокалы. Короче, всем нужен мальчик на побегушках. Я все еще думаю об этом каждое утро. Знаешь, иногда я думаю... Ты Пилигрим, верно? Верно. За это вы тоже вешаете? Я хотел сказать, что был на твоей стороне. Ага. Спасибо, что переживал за меня. Что? Но я не... А, понял. Сарказм. Слушай, не так-то просто пойти против толпы. Конечно. Знаю, пилигримов иногда боятся, но... Черт. Вы умеете выживать за стенами. Это мое почтение. Понятно. Ничего нового ты нам не сказал. Вот ремесленник, наверное, наш... Мастер. У мастеров вы можете покупать и улучшать чертежи. Улучшение чертежей позволяет вам создавать более мощные предметы. Чтобы улучшить чертеж, принесите все необходимые предметы мастеру и обменяйте их на улучшение чертежа. Предметы, необходимые для улучшения чертежей, можно подобрать с особо зараженных. Чаще всего они встречаются ночью на карте. На карте эти зараженные отмечены значком
Хрен пойми каким. Продолжаем. Что мы тут? Покупать мы пока ничего не будем. А вот улучшить... Я бы вот это улучшил. Время применения 4 секунды. Очень долго он лечится, а это будет применяться 3 секунды. Хорошо, давай. Отлично. Мы улучшили. Теперь будем за 3 секунды восстанавливать здоровье. Новый предмет. А, так они уже и другими даже считаются аптечками. Получается, у нас теперь два вида. Как понять разницу между ними? Непонятно. Так, ты кто у нас? Торговец. У торговцев можно приобрести новое оружие, компоненты и другие товары, а также продать собранные вами ценности и ненужные вещи. Также они предлагают мощное оружие, так что наведывайтесь к ним время от времени. Найти торговцев можно во всех основных штабах, а также в объектах и поселениях, находящихся под управлением одной из фракций. Понятно. Что у тебя имеется? Булава 20 урон. Сиреневая. Ну, у нас все равно денег не хватает. Посмотрим, что мы можем продать. Давай вот это продадим. Оно почти уже мертвое. Отлично. И что из вещей? Эм, расходники. Разная водка старого мира. Бухать точно не будем, поэтому продаем. Курить тоже не собирались. Рис, мыло. Все, мука. Да, продаем. Браслеты продаем. Кристалл оставим. Мало ли, может быть, он понадобится. Все. С кем мы еще тут не познакомились? Не доверяй миротворцам. Хорошо. Как скажешь, так и сделаю. Тут, блин. Мы знакомы? Нет. И не имею такого желания. Я не уйду сегодня. Какое-то у нас было побочное задание здесь. Что-то включить. Тут, наверное, вот это. О. Думаю... Коза откинула копыта. Судя по крику. Собачку кто-то разыскивает. Смотришь на мертвецов? Они пропали без вести. Какая разница? Никого ведь не нашли. Тогда зачем доска? Прошло 15 лет. Тогда пропало много людей. Мой сосед потерял двоих детей. Но жизнь продолжается. Кроме того, никто не посмел снять эти фотографии. Но это безнадежно. Как ни стало ночных бегунов, никого больше не находят. Давай сначала расспросим о бегунах, потом о Мии. Эти ночные бегуны. Расскажи о них. Что тут рассказывать? Они почти все мертвы. А раньше только они не боялись выходить по ночам. Они спасали тех, кто не смог найти убежище. Но из всего отряда выжили лишь некоторые, включая Фрэнка, их бывшего командира. Когда-то он был великим человеком, а теперь напивается до чертиков в своем заведении в Central Loop. Трудно сказать, сколько он еще протянет. Так, как мне их теперь найти? Где сейчас все эти дети? Спустя столько лет, большинство из них, вероятно, уже мертвы. И если кому-то повезло, и они все еще живы, вероятно, они в Central Loop. Там больше миротворцев.
легче выжить. Кто-то же должен знать больше. А зачем? Это уже прошлое, и нет смысла его ворошить. У всех хватает своих проблем, Пилигрим. Каждый сражается сам за себя. Эй, стой, куда ты пошел? Я про Мию не спросил у тебя. Вот засранец. Ну, как я понимаю, если есть шанс найти Мию, то нам надо к миротворцам. Хорошо. Что дальше у нас? Я уже много месяцев не видел детей из-за дурацкого карантина всего центра. У меня была хорошая карта. Откуда мне было знать, что они шулеры? Ты вообще себя... Разговаривать нам тут больше не с кем. Я несколько раз встречалась с Лукасом. Тут мы со всеми разговаривали. А где коза? Думаешь, со мной что-то не так? С тобой что-то не так? Кассета. Искусственный коллекционный предмет. Дневник Карла номер 3. О, нам, видимо, туда. Все в порядке? Нет, она сгорела. Коза сгорела. Какой же я идиот. Что случилось? Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь. Руки не из того места. Прости, не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим. Почему? Я так не думаю. Это очень большой, огромный... Это ты про потенциал? Потенциал, да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты? Я беру тебя в... И посвящаю тебя в... В рукожопы. Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Облизать. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Ну вот, шашлыка никто не хочет. Модификации для оружия. Чтобы установить модификацию для оружия, необходим чертеж, компоненты и соответствующее оружие. Количество ячеек для модификации можно узнать, выбрав значок оружия. У улучшения оружия 3 ячейки – рукоять, древко и навершие. Разные модификации помещаются в разные ячейки. А теперь нажмите «И», чтобы открыть инвентарь, выберите подходящее оружие и нажмите «С». Окей, сейчас попробуем. Побочное задание завершено. Выбираем оружие. И нажмите С, чтобы изменить. Применить. Окей. Теперь у нас накладывает эффект шок, из-за которого через врага проходит электричество. Есть шанс наложить эффект на соседние цели. Отлично. А где оно у нас? Вот, поставим его на второй слот. Так что, шашлыка никто не хочет? Я бы не отказался. Твою мать! Оно продолжает бить электричество. Глядите, кто тут. Чё приуныл? Добро пожаловать на базар, Пилигрим. Спасибо. Так, с кем мы еще не познакомились? Вроде всех оббежали. Мы на втором этаже еще не были. Тут все? Никого?
Искусный коллекционный предмет, дневник Карла номер один. Три, один, а второй у нас есть уже? Что-то вы не по порядку раздаете. А вот, как раз номер два. Тайник игрока. Хорошо, это мы знаем. Припасы наши. И кровать. Подождать до ночи. Ну давай. Поспим, отдохнем. Наступила ночь, ваш иммунитет начинает снижаться. Ты угробила на нее всю жизнь. Когда ты, наконец, начнешь жить для себя? Думаешь, со мной что-то не так? С тобой что-то не так? Перестань. Подходите друг другу. Иногда... Еще одна коза жива осталась. А, нет, две даже. Курочки тут ходят. С кем мы еще не поговорили? И уже пора. Но мы очень мило пообщались с тобой. Да. Было дело. Знаешь, а тебе можно сказать то же самое. Я вот тут подумала. Все, никого я не вижу больше. Активных персонажей. У кого-то тут коронавирус. Так, раз нам не дают ни с кем разговаривать, пойдем сходим, посмотрим, что у нас снаружи. Тишина. Здравствуйте. О, неплохо. Так, оружие накрывает. Прикон. А если мы ему навешаем? Какая погоня? Он крикнуть не успел. Вы что, издеваетесь? Ну давайте, подходите. Кто тут? Погоня закончилась. Все? Так быстро? Пойдем облутаем его. А его нету, да? От него ничего не осталось. Жалко. Ну, да, я так скажу. Атмосферненько. И учитывая еще наш ограниченный иммунитет, паркур уровень повышен. Тише. Если у вас закончилась выносливость, вы сможете потянуться за уступ последний раз. Также вы сможете хвататься за уступ и падать с большой высоты. Мы разблокируем это. Отлично. Мед ромашки. Так, вот особый какой-то у нас друг. Здравствуйте. Ночной бегун пойман.
бой уровень повышен. Отлично. Мы прям прокачиваемся на глазах. Очки боя. Что это? Наносите врагам мощный удар ногой, когда падаете на них. И уворачивайтесь вовремя, чтобы оглушать врагов. Давай, наверное, выберем сначала вот этот. Пока поработаем на самооборону. Потом на атаку. Еще один крикун. Еще один. Нет. Да блин, их везде полно. Нигде не пройдешь. Начнется погоня сразу. Ну вас нафиг. Темные пространства, заброшенные магазины. Темные пространства и заброшенные магазины – места, в которых можно найти ценную добычу. Днем в них полно зараженных, поэтому разумнее исследовать их ночью. В заброшенных магазинах можно найти редкие компоненты, которые можно использовать в создании модификаций для оружия и других предметов. Темные пространства – лучший источник ценностей и денег старого мира. Обыскивайте их, если хотите разбогатеть. Хорошо. Это где было у нас темное пространство? Где-то здесь? А рядом крикун. Нет. Как-нибудь в другой раз. Или постараемся обойти крикуна. Тише, тише, спи, родной. Нет, крикун очень близко. Мы не пройдем туда, в темное пространство. Встань. Но, видимо, все-таки мы с кем-то еще не познакомились на базаре. Раз миссия не завершена. Нечего гулять ночью. Это время монстров. Ты что, моя мамочка, что ли, чтобы меня домой загонять? Стой, охраняй вход. И картошку. Ничего больше интерактивного я не вижу. С тобой мы виделись уже. Я, короче, вычищал это место. И оно того о, стоило. Пикничок. А, нашел пару интересных вещичек. Потом покажу. Я помню, как в прошлом году... И с кем разговаривать не могу. Когда на тебя упало что-то тяжелое... Обжегся. Мне было совсем не смешно. Шкаф оказался таким здоровенным. Да подвинь, тесть. Заплачу полкристалла за галлон. Мы знакомы? Мы? Нет. И не будем. Разработчики, вы издеваетесь? Больной явно со мной знакомиться не хочет. Медсестра тоже. Точно? Ладно. С кем же нам тогда разговаривать еще? Осмотреться. Давай осмотримся. Думаю, нового ты все равно нам ничего не предложишь. Модификации для оружия. Не хватает необычный трофей зараженного. 10 штук надо, у нас один. Хорошо, мы к тебе вернемся попозже. Хорошо, обязательно. У тебя что, новенькое есть? Мы пока на это не купимся. Нашлось что-то по душе на базаре? Нет, пока не нашлось. Ты так
Разве этот город не прекрасен? Ты круче всех моих знакомых. Красота разбитых надежд. Да, очень прекрасен. А тебе можно сказать? Вокруг зомби. Извини. Красота. Кажется, я перемахнул. Ну, реально, не с кем больше разговаривать. Я не знаю, чего вы от меня хотите. Но разговаривать больше тут не с кем. Для чего это была лазейка? Куда-то проход наверх. Стой, не падай. Да, интересно, этот проход ведет. Классный город, мне нравится. Не знаю, как тебе в видео передается атмосфера. Закончится. Когда мы разберемся с этим. Так, нам, видимо, туда. Здесь заканчивается наш иммунитет. Ну, если что, мы быстренько спрыгнем. Не пойму, куда нам дальше здесь. Ага, вот туда. Зачем меня сюда понесло именно ночью? О, нормально, иммунитет восстановили. Вот есть куда прыгнуть дальше. И сюда. Ну, давай сходим сюда. А куда? Все выше и выше и выше. Канат. Можно по канатику спускаться. Опа-на, что-то мы нашли. Металлолом. Отлично. А это что? Записка. Безопасный код. Где у нас коллекция? Безопасный код. 5 умноженное на 100 плюс 15 минус 5. 510. Все понятно. А для чего этот код? Вот он. Угу. Ну давай, Эйден. Единичку, единичку. И ноль. А как же ты неудобно крутишься-то, а? Наконец-то! И за этим мы сюда лезли? Дневник Карла номер 4. Искусный коллекционный предмет. Спасибо. Перья. Отлично. Тайничок. Ну, спустись, пожалуйста. А? Хорошо.
пока я еще не знаю, с кем нам нужно поговорить на этом базаре. Я это обследую, побегаю сам, чтобы тебя не утомлять данным занятием. И так. И на данном этапе мы сегодняшнюю серию завершим. Спасибо, что заходил на мое видео. Обнял, поднял, поцеловал. Всем удачи, всем пока. Oh.